Всем привет! С вами Ольга Чернова. Это не видеоурок, просто хочу показать. Вот сегодня 23 февраля, и я первый раз вынесла свою рассаду на солнце. Несмотря на то, что у нас сибирский регион, сегодня у нас хорошая погода. За бортом 6 градусов. А здесь я сейчас посмотрю, сколько... Ой. Так, а в теплице у нас 10, 20, 28 градусов. Вода течет. Эта теплица специально была мной пристроена к дому, чтобы рассада, которую... Сейчас залезу назад в дом. Чтобы рассада, которую я сажу для получения раннего урожая, самых, как сказать, на коротких, самых ранних сроков получала солнечные ванны. От этого она становится крепкая, повышается устойчивость против всяких грибковых заболеваний. Вы сами понимаете, что солнце – это ультрафиолет, выжигает и всю плесень, и все грибки. И вот с сегодняшнего дня, в прошлом году даже с 15 февраля, по-моему, я начала, я каждый день буду выносить рассаду в солнечные дни на улицу. Вот здесь 28 градусов, тут даже жарко, я уже вся вспотела. Это, как сказать, прекрасные для них условия. И солнце, конечно, намного лучше, чем мои лампы, которые я им там устанавливаю на стеллаже. В прошлом году я выносила ежедневно. Но я выношу, конечно, только ту рассаду, которую я сею очень рано и использую для получения раннего урожая. Всю таскать рассаду я не буду, это тяжело. А вот эту вот, мою самую первую, которая посеяна 4 января, 13 января, вон видите, наверное, там на этих, на табличках, я ее выношу рано. И здесь, в теплице, конечно, она вырастает намного сильнее, намного крепче, чем там. Еще раз говорю, что солнце это лекарь, и от болезни, от всего она сразу зеленеет, крепнет. Ой, какая здесь жара. Вот, я просто вам показала это для чего. У кого, если есть свободное время, кто хочет заниматься прям вплотную, можно установить вот такую теплицу, но важно, чтобы был выход с из дома в нее. Вы видите, что вот там, в той стороне, где двери, там снег еще выше дверей. Вот метра два, два с половиной лежит сугроб. С улицы на нее уже никак не зайдешь. Вот лежит снег везде. Вот видите, вот это все завалено снегом. Но внутри очень жарко и хорошо. Тут как термос у нас. Нагревается с этой стороны стена дома, не дает выветриваться. Тут солнце, прекрасные условия для рассады. Все, до свидания.